Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова. Сегодня мы с вами будем смотреть обзор каталога номер один компании Oriflame, который начнется у нас уже в 2019 году, даже с 2018, в последний день года, с 31 числа и продлится до 26 января. Это самый длинный каталог в году, и он наполнен не только яркими новинками, но и гигантскими просто скидками. И я не просто вам буду листать каталог, а я конкретно покажу продукты, которые есть у меня, которыми я пользуюсь, и оставлю свой отзыв. Итак, полистаем. Каталог будет действовать с 31 декабря по 26 января 2019 года. В этом каталоге очень много классных предложений, отличные цены. И сейчас подробненько посмотрим, что же здесь особо классное. И прям с первых страничек нас с вами встречает акция, то есть уже результаты акции, которые шли у нас на протяжении двух каталогов. То есть если вы сделали на 500 рублей заказ в каталоге номер 17, нужно в этом каталоге заказать тоже на 500 рублей. Или, если вы не делали заказ в 17 каталоге, то вы можете только в первом каталоге сделать заказ на 1000 рублей и получить супер скидку на легендарные продукты. Первый продукт — это Эльвия парфюм, туалетная вода. Один из самых первых ароматов Эльвия, как вы знаете, их уже несколько стало, но этот первый, самый такой необыкновенный, волшебный аромат, он очень стойкий, необычный аромат, ландыш, белые цветы, мускус, раскрывается такой нежной-нежной шлейфной ноточки. Можно потереть страничку, чтобы попробовать аромат, но я все-таки предлагаю всегда заказывать пробники, чтобы как можно лучше прочувствовать аромат. Или вы можете заказать себе набор легендарных капсул «Королевский бархат». У меня были такие капсулы несколько раз. Обязательно возьму даже не одну, наверное, баночку, потому что такая классная цена — 599 рублей. Это просто чудо. Кстати, на каждое условие, и сколько вы раз выполнили, столько вы можете взять продуктов. Или, давайте про капсулы немножечко расскажу, чем они так хороши. Это коктейль масел, в этих капсулах используется экстракт черного ириса. И он очень круто подтягивает кожу. И лучше использовать можно только на ночь. Капсулы отрывают этот хвостик, там как рыбка, хвостик отрывается, и маслице вы распределяете по всей коже. Не забывайте про кожу шеи. И вот действительно, кожа такая становится бархатная, шелковая. Я просто обожаю капсулы. Или вы можете заказать омегу-3 баночку. Тоже обязательно возьму. В ней 60 капсул, чтобы подпитать как раз такое зимнее время свой организм полезной омегой, которая нам просто необходима. Что дает омега? Это улучшение внешнего вида кожи. Организм оздоравливается, получает необходимые жирные кислоты, незаменимые для организма, которые могут поступать только извне. И также это здоровые сосуды и ткани. Я сама пью полный комплекс, всегда беру, где омега-3 уже входит в wellness-пэк. Но я не откажусь дополнительно дать еще питание своему организму, тем более с такой хорошей скидкой. Далее, смотрим, на этой страничке есть хорошее предложение. У нас будут два новых аромата. Это парные ароматы, мужской и женский. Женский будет такой восточный, ванильный, фруктовый, а мужской — древесно-водный. И обратите внимание, если ваш заказ единовременный из этого каталога будет на 4000 рублей, то оба пробника вы получите в подарок. Тоже хорошее предложение, чтобы оценить новые ароматы, лучше их поносить на себе. Здесь мне очень понравились такие правила, планы. Планы на год. Я буду находить необычное в обычном. Но когда я продегустировала новый аромат геля для душа и мыла, потеряв страничку, мне показалось, что они необычные. Я бы не сказала, что это обычный аромат, но очень вкусный. Это джунгли Коста-Рика. Такой прям тропический, вкусненький, со сладкими нотками, экзотические прям фрукты читаются. Тут цветы нарисованы, я прям чувствую фрукты, у меня аж слюнки потекли. Классная серия, очень красиво оформлена.
И второе, я буду выбирать новые маршруты, да, для путешественников. Тоже гель для душа, мыло. Мне очень понравилось предложение, то, что гель всего 99 рублей и кусочек мыла за 49 рублей. Прекрасное предложение, нужно будет брать. На этой страничке я буду дарить тепло прикосновений. И, конечно же, прикосновения прекрасные, когда кожа мягенькая, нежная и приятно держать за руку. И чтобы целовали ваши ручки, нужно, чтобы они были ухожены. Поэтому новый аромат арника. Это крем для рук. Тоже можно подегустировать страничку, если у вас есть каталог. Прям такой цветочный аромат. Прям прикольный. И мне очень понравился дизайн. Такой солнечный тюбик. Надо будет обязательно взять попробовать. Итак, на этой страничке у нас все для ножек. Здесь пилочки, набор подушечек под пятки и два крема. Ночной увлажняющий и крем для ног гранат и вереск. Тоже прекрасный аромат, и можно потереть страничку и ощутить аромат крема с гранатом. Здесь у нас интимные гели, ура! Они будут по классной цене, всего по 119 рублей. Мне очень нравится с ромашкой. Я буду брать ромашку мне, потому что она как-то больше нравится, чем алоэ. Ну, кстати, у меня заказывают и те, 50 на 50, кому что нравится. Классное средство для интимной гигиены. Я буду относиться к себе нежнее. Ой, ну здорово. Мне очень понравились эти вот задачи, которые на год мы ставим. Потому что это очень важно программировать, да, планировать, как вы будете к себе относиться и к окружающим. Следующая страничка. Я буду тренировать уверенность в себе. И наши классные дезодоранты действительно помогают сохранять себя, да, в комфортном состоянии. Потому что когда мы излучаем неприятный запах, то в первую очередь некомфортно становится нам. Ну и, конечно, людям, которые нас окружают. Мой любимый серый крышечка, мне очень он нравится. Он не оставляет следов на черных вещах. А вот такой я, кстати, ни разу не брала с желтой крышечкой. Очень интересно. Здесь с лаймом и эвкалиптом. Можно будет, кстати, попробовать. Любой дезодорант за 99 рублей. Прекрасная цена таких дезодорантов. А вот зубные пасты, у меня их всегда очень много, и, конечно, в этот раз будет огромное количество в заказе. Кстати, забыла пасту взять. Ну, у меня сразу открыто несколько паст, и здесь, кстати, все мои любимые. Защитная, отбеливающая и травяной комплекс. Для деток есть специальная зубная паста, она с клубничным вкусом, детки ее очень любят. И здесь у нас новая задача, я везде найду повод для улыбки. Классно, конечно, когда зубки в хорошем состоянии, то улыбаться приятно. Но замечательные щеточки, кстати, моя любимая вот эта вот сиреневая с фиолетовым. Очень хорошая, она средней жесткости, а голубенькая, она мягкая. То есть у нее мягкая щетинка, поэтому смотрите, если вы какие вы любите, такую себе и подбираете. На этой страничке мы будем искать простые решения, и это действительно просто ухаживать за собой с помощью мягких очищающих средств, кремиков, серии «Витаминный уход». У меня, кстати, дочка очень любит этот крем. Я ей в прошлый раз покупала крем для сухой кожи чувствительный с розовой крышечкой. И она мне сказала: мам, все-таки мне этот нравится больше. И я буду ей брать сейчас «Витаминный уход» крем. Тем более по такой хорошей акции. Здесь нас ждут маски для лица и для волос. Я пробовала все эти масочки, мне очень нравится, кстати, хорошее предложение по 49 рублей, большой пакетик маски. И очень мне понравилась увлажняющая маска, ягодная, она питательная маска, гель, очень хорошая тоже цена на нее. Я ей пользуюсь, но сейчас она у меня в офисе, я брала последний раз в офис коллекцию своих масок, мы проводили мастер-класс, и я ее там забыла просто-напросто, поэтому вам не покажу, но масочка прям классная. Для волос я пробовала обе маски, в этот раз я себе возьму, конечно, восстанавливающую для сухих поврежденных волос, потому что сейчас после окрашивания моим волосам нужно особое питание и мягкость. И что у нас здесь? Я стану асом маскировки. Хорошо написали. Да, маски нужно делать всегда, постоянно. Коже и волосам требуется дополнительный уход. Не будем об этом забывать. И самое главное понимать, что маски помогут нам выглядеть лучше и отдалят появление неприятностей на лице.
Я найду свои 15 минут славы. То есть всего 15 минут. Мы сейчас можем с вами пробовать любую маску. Будет три варианта. Одна разглаживающая, укрепляющая и питательная. Это тканевые масочки, то есть они уже пропитанные, увлажненные. Вам нужно только ее открыть, наложить на лицо, разместив разрезы для глаз, для рта, для носа, там, где они должны быть, и просто 15 минут покайфовать. А потом снять эту масочку и блистать, как говорится, да, независимо, это вечеринка или обычный день, всегда нужно выглядеть хорошо. На этой страничке нас ждут с вами скрабы. Это скраб для рук. Это скраб, кстати, один из моих любимчиков, медовый сахарный скраб. Такой большой пузыречек. Его очень надолго хватает, здесь 200 мл. И на вид он просто вот как будто это мед засахаренный. Вот я вам прям немножечко покажу. Ой, пузырик. Такой засахаренный мед. Сейчас чуть-чуть выдавлю. Свеженький флакончик. Вот он. Просто вот мед, как будто только-только накачали его и уже готовы к применению. Очень приятный скраб, он напитает тело и кожу разглаживает. А мне безумно нравится серия Swedish Spa, и это тоже скраб. Я, кстати, его еще не очень много использовала, потому что у меня были скрабы, которые не закончились. Он кайфовый, он мне нравится больше, чем скраб из предыдущей серии. Он не такой маслянистый и более комфортный, прекрасно отшелушивает. Он вообще такой кайфовый, смотрите. И мне понравился дизайн. Так лаконично все, светлый низ, черный верх и стильная надпись. Вообще здоровская, классная баночка, это шикарный подарок, целевой скраб. Также у нас здесь есть скраб для тела с лавандой и тонизирующий скраб для ног. Вот он, наш скраб для ног с оливками. Я им тоже уже активно пользуюсь. Я люблю ухаживать за ножками. Многие спрашивают, как я ухаживаю, как я избегаю сухости. Ну, на самом деле все очень просто. Пользуйтесь скрабом. Ножки нужно распарить немножечко, да, чтобы они размякли. Потом скраб я наношу прям на пилочку, на пемзочку и прохожу все вот грубые места, которые вот пяточки, пальчики, ручками помогаю. Могу рукавичку взять тоже потереть. Самое важное потом еще хорошо напитать ножки, чтобы они размягчились. То есть после того, как вы содрали вот этот верхний слой роговой, нужно ножки еще напитать. Если уже совсем сухая кожа ног, то используйте смягчающее средство. Оно классно тоже помогает напитать ноги. Вот такой классный скрабик. О, здесь у нас такие красивые шарики новогодние. На самом деле это не шарики, это ароматы. Я вам покажу один аромат, но он у меня запечатанный, это в подарок. А я хочу вам его показать, потому что чтобы вы увидели, какая красивая коробочка. Вот они все разные, разного цвета, желтый, красный, зеленый. У каждого своя упаковка, своя картинка. Очень прикольный подарочек, кстати, такой недорогой, стильненький. И чем хороши эти ароматы? То, что у них всего 30 мл объем и удобно носить с собой. То есть, если мы говорим, что хочется немножечко добавить аромата в течение дня, то с собой большой флакон носить не очень удобно. И нужно иметь либо специальные флакончики, такие маленькие, с пульверизатором, в которые отливать аромат из основного флакона, либо сразу покупать маленькие флакончики, чтобы они уютно помещались в наших сумочках. И это как раз именно такой вариант. Кстати, ароматы тоже очень все прикольные. Так, на этой страничке тоже ароматы. Мой один из таких прям приятненьких, который я люблю. Видите, больше половины использовано. Это говорит о том, что мне аромат нравится. Но у него сочный персик, сердцевина. А я очень люблю аромат персика. По стойкости я не могу сказать, что он мегастойкий. Нет. Он так вот в пределах, наверное, в течение 6 часов он хорошо держится. Потом его нужно освежить. И то же самое я скажу про аромат с жасмином. Где-то я его тоже приготовила. Тоже он не из стойких ароматов. Помните, это туалетные водички. И они не претендуют на то, что были, да, там, не стойкость. Нет, конечно, но достаточно хорошо. Мне даже кто-то говорил, что тоже брали вот такой с жасмином. Сказали, что очень стойкий. Ну, и понятие стойкости очень относительное у всех. Опять же, у разных людей по-разному ароматы раскрываются. Кстати,
По поводу аромата жасмином, тоже я его очень люблю. Он настолько вот тонкий аромат, и какой-то он бодрящий, в нем нет тяжелых нот, наверное, потому что здесь в составе не чистый жасмин, а он разбавляется ландыш, белый мускус, ну там еще много ноток. Аромат действительно прям великолепный. А здесь у нас белая роза, это уже парфюмерная вода, естественно, она более стойкая, и Воляре, она в принципе стойкая вода. У нее такой акцент все-таки это белая роза. Хороший состав, малина, сахарный миндаль. Но я всегда чувствую в первую очередь, как белая роза на первом плане у меня. И Люсия. Люсия Брайт Аура. Тоже достаточно интересный аромат. Но все время берите пробники, чтобы было понятно. Здесь, кстати, можно потереть страничку, чтобы понять. И Люсия тоже стойкий аромат. Потому что вы меня спрашиваете, стойкие, не стойкие. Вот эти два, да, они стойкие. Даже несмотря на то, что это туалетная вода, все равно она более стойкая, чем эти вот два аромата. Далее. Здесь у нас Divine. Очень стойкая парфюмерная вода Эмбе Эликсе. Далее. Giordani Gold Original. Мне кажется, это одна из самых стойких наших водичек. И любимочка нашей семьи это... Вода Love Potion Secrets. Я вам ее покажу, потому что у нас этот флакончик есть. Я дочке недавно ее дарила. Она просто в восторге от этого аромата. Посмотрите просто, как он шикарно оформлен. Какой чудесный, классный флакон. И аромат просто волшебный. Он великолепный. Он такой нежный, такой девичий. Такой прям обволакивающий, стойкий аромат. Это парфюмерная вода. И... Я его рекомендую и в подарок, он приходит в красивейшей коробке, такая большая высокая коробка в розовых тонах, такой стильный, классный. Ну, это прям номер один для меня. Так, здесь мужские ароматы, я вам покажу из этих ароматов. У нас есть только лидер, кстати, лидер, он, несмотря на то, что он недорогой, да, такой ценник, всего 399 рублей, очень стойкий аромат. У меня вот Миша им пользуется. И если первый раз, когда он его использовал, мне аромат не очень понравился, как-то я его не поняла, то потом мы его распробовали, аромат оказался прям прикольным, очень даже прикольным. Еще обратите внимание, 100 мл объем, то есть его так надолго хватит. Вот мы даже видим по нашему примеру, у Миши три аромата сейчас, и этот, видите, как долго используется. Потому что мы его взяли сразу, как только он вышел. По-моему, это было еще весной. На этой страничке мой любимый мужской Happy Dizziak. Обратите на него внимание, такой вкусный аромат, просто классный. И здесь такой солидный уже аромат для взрослых мужчин. Это Giordani Gold Man. Такой... Флакон дорогой, красиво сделано все, аромат такой с хорошим составом. И он очень-очень стойкий. Классно, кстати, на подарок. Здесь у нас новинка Glacier. Ну, Glacier все ароматы такие оригинальные, в общем-то, и запоминающиеся. Можно и страничку потереть, ощутить аромат. Но мы как-то брали Мише голубой, но нам он не очень понравился. То есть как-то не наша тема. Не подошло ни мне, ни Мише. Здесь у нас серия для мужчин. Кстати, по поводу ухода за кожей мужчин. Мне нравится такая тенденция, то, что мужчины все-таки стали больше себе уделять внимание, стали за собой ухаживать. Вот мы Мише взяли серию, он, конечно, не использует ее каждый день, но пользуется несколько раз в неделю. Я ощущаю от него вкусный аромат. Сыворотки уже половину использовала. Этот прям легчает, очищающий. Мне нравится то, что мужчина за собой ухаживает, потому что это, ну, это приятно видеть ухоженное лицо, чистое, чтобы не было забиты поры или жирный блеск. Согласитесь, что неважно, мужчина или женщина, когда смотришь на человека, хочется, да, чтобы он был прекрасен. И не только внутри, но и снаружи тоже. Вот такие вот классные средства, хороший дизайн такой. Солидный, чисто мужской. Мне это очень в нем нравится. Ну, Novage вообще шикарная серия. Так, а здесь у нас еще один аромат женский. Аромат, который я распробовала не сразу, но когда распробовала, видите, с каким я удовольствием им уливаюсь.
Но для меня все-таки это аромат более весна-лето, как-то не зимний. Хотя вкусы всех разные, кто-то любит и зимой более такие свежие ароматы. Я просто зимой люблю более сладенькое, нежненькое такое, ну, как бы согревающее. А летом хочется более динамичных ароматов, и вот он как раз такой динамичный, очень вкусный, стойкий аромат. Это парфюмерная вода, правильно называется Amazing Paradise. И красивый флакон. И он мне нравится больше, чем в желтом дизайне. Да, тот аромат более такой крепкий, мне кажется, такой ух. Так, далее у нас есть с вами вставка в каталог. Смотрите, какая прелесть. Несколько страничек, это как целый каталог еще. Но чтобы из него заказывать, нужно выполнить условия. Заказ на 500 рублей из каталога, из основного. И здесь нас радует наша любимая помада The One 5 в 1. Вот у меня как раз есть одна помадка, чтобы вам показать. У нее простой дизайн. Смотрите, простенький такой флакончик, ничего особенного. Вот она у меня затерлась, потому что уже давно у меня эта помада. Мне дизайн совершенно не нравится, абсолютно. Но начинка тут просто космическая. Помада лежит классно, она кремовая, очень мягкая. И если вы видели, сейчас у нас вышла новая серия The One, 26 оттенков помады в черном таком футляре. Я не брала, я брала пробники несколько штук, но так и не выбрала. Мне все цвета очень понравились, я когда их все перепробовала, я просто была в таких раздумьях тяжких. А потом я поменяла цвет волос и решила, что пока не буду помады брать, надо сначала довести цвет волос до... до понятного цвета уже, какой он будет, а потом подбирать оттенки. Но отзыв вот одной моей клиентки, она сказала, что новая помада, она немного другая, она более сухая. То есть если это прям мяу-мяу, губки увлажняет, и ее видно прям что-то, она прям влажненькая. При этом какой плотный цвет, посмотрите. Я вот буквально дотронулась, а цвет сразу оп и лег. То есть вот, его не надо мазать 100-500 раз. И мне, конечно, эти помады очень нравятся. У меня, кстати, вот этот оттенок 306-78. Классные помады и хорошая на них скидка. Жаль, что они уходят у нас с коллекции. Иногда такое бывает, что о чем-то сильно сожалеешь, но, к сожалению, вернуть уже мы не можем. Так, что на этой страничке? Ну, посмотрите, здесь много интересных предложений. Очень люблю вот эти румяна, забыла их тоже взять. У меня именно такой оттенок, бронзовое сияние, как будто шарики. Румяна в шариках взяли и под пресс положили. Наверное, так это и было. Очень красиво сделано. Надолго хватает. Румяна красивые. Очень плотный цвет. То есть надо их прям... Расход очень маленький. А, есть у меня, кстати, вот такие лаки. Тоже не показала. Шикарно. Вот у меня два вот этих оттенка. Кремовый кофейный, королевский изумрудный. Потрясающие цвета. Тоже очень... плотные. Один раз достаточно нанести, чтобы сразу покрытие было полноценным и хорошо сохнет, достаточно хорошо держится на ногтях. Так, что здесь? Тоже классное предложение по чехольчикам, подставочке. Вот, кстати, шикарный набор спонжиков. Я уже брала несколько раз такие спонжи-дочки, возьму опять. Кот обожает их воровать. Если она вдруг оставит где-то на полочке, на какую бы высоту она ни положила, он их обязательно достанет и сделает с ними что хочет. Половина съест, половина раскидает. Очень красиво выглядит. Это губы, которые можно, кстати, разделить и использовать сначала одну часть, потом другую. И один спонж в форме помады. То есть сразу два спонжика лежат в красивом мешочке. Здесь у нас классный кремик для рук и дезодорант для ног. Я вам его покажу. Мы пользуемся, но мне он не нравится. Мне не нравится его аромат. Хотя я так ждала этот аромат, апельсиновая вода. Но именно когда вот обрабатываешь ноги, и потом этот аромат висит в воздухе, это ужасно. Прям хоть из дома беги. Я прошу всех брызгаться только в ванной и закрывать дверь, чтобы в комнату не попадал этот запах. Мне он не понравился, а дезодорант, конечно, очень крутой. То есть он все свои функции выполняет, то есть и неприятные запахи, и самое главное, он охлаждает ножки, да, успокаивает ноги, они с них как бы снимают отеки. Ну, здесь подарочный наборчик еще. Отдельно, я же захлебнулась от того, что есть такая информация, что
его снимают с производства, этот скраб из серии Novage, но я в жизни в своей не видела лучше скраба. Начиная с его дизайна просто и заканчивая эффектом, который он оказывает на кожу. Вот я открыла себе как раз новый флакон, а остаточки я отнесла тоже в офис. У меня в одном тюбике немножечко прям осталось, и я отнесла на мастер-классы. Вот я вам покажу. Это просто кайфуша. Я вот никогда так скрабами часто не пользовалась раньше. А этот настолько комфортный, вот прям уже кремик такой маслянистый. Там вы даже не видите. И я их не вижу, я только чувствую эти мельчайшие абсорбирующие частички, которые чудесным образом удаляют все мертвые клеточки. Поры после этого становятся такие маленькие, узенькие, незаметные. Кожа просто огонь, какая красивая. Так, из этого у меня есть шампунь-кондиционер 2 в 1. Взяла себе. Я просто очень люблю детские серии, детские шампунчики. Я их просто обожаю. Мне и духи детские нравятся, а Моану я мультик люблю. И я не могла не взять себе. А тут, обратите внимание, еще и поросеночек, год свиньи. Можно прям смело дарить весь год этот шикарный шампунь, и все будут рады. Так, далее. Кстати, пена для ванн 300 мл. Классное предложение. Что здесь у нас? Шикарный крем, мед и молоко. Кстати, очень хороший крем для рук и тела. Золотая орхидея. Мне, в принципе, тут серия очень нравится. Тут у нас крем-пена для ванной. А вот это я вам даже покажу. Где-то у меня тут есть лосьончик. Так много всего наставила, а его почему-то не вижу. Ну, может быть, забыла. Да, забыла взять. Почему хотела вам этот лосьон показать? Не донесла, наверное. Потому что он с микроскопическими золотыми частичками. То есть он такой, вы наносите на кожу, а у него такое легкое-легкое сияние золотистое. Очень красиво. А вот парфюмированный лосьон для тела Elvie Summer Joy. Посмотрите, какой позитивный. Тут летают одуванчики на желтом фоне. Какой позитивный, классный подарок и лосьончик. Всегда актуальный, то есть и себе можно взять, и в подарок кому-то хорошее, очень хорошее предложение. Так, что здесь? Love Potion маленький аромат, 8 мл, косметичка сексуальная. Так, здесь у нас шампунь-стимулятор роста волос и тоник-активатор. Реально работающее средство, если вы хотите, чтобы волосы не выпадали, ну, или снизить степень выпадения волос, укрепить их, чтобы они быстрее росли. Возьмите, не пожалеете, но тоник эффективный, если использовать каждый день. Потому что у меня есть клиентка, которая очень-очень следит за волосами, и она обожает эту серию и говорит, что это просто потрясающее средство, которое действительно работает. Так, далее массажное масло в сексуальной одежке. Как будто, да, корсет затянутый. Обожаю это масло, мое любимое из всех, которые когда-либо приобретала, и которые были в Oriflame, и не только. Это лучшее масло. Поэтому рекомендую, берите, не пожалеете. И массаж делать, и просто после душа нанести на тело. Оно впитывается без остатка. Я не хотела бы показывать, но на этой руке покажу. Вот капельку положу. Просто эту руку я буду использовать как палитра. Вот я наношу масло, оно впитывается. Вот здесь одна капля, я вот всю руку себе намазала. Оно... О, какой аромат, я обалдею. Кстати, я брала и спрей, у меня еще там чуть-чуть осталось для тела из этой же серии. Я его обожаю. Вот он у меня просто идет на ура. Так, здесь у нас аксессуары. Если что-то будет, я вам сейчас покажу. Но, по-моему, из этого ничего у меня нет. Вот, есть вот такой аксессуар. Подвесочка, как в форме крылышек стрекозы. Ой, кто-то так мешочек хорошо завязал на совесть. Сейчас развяжу. Вот это украшение мне очень нравится. И я его и ношу много. Оно подходит под летнюю одежду. И на джемпер сверху можно накинуть. Смотрите, как красиво сделано. И вот я все лето его относила. Нигде, даже вот ни на секунду нету какой-то потертости или чтобы помутнело, темноты. Посмотрите, многие говорят, что там, как бы, ну не многие, да, просто когда я снимала обзоры своей бижутерии, писали, что ой, в Oriflame не очень хорошая бижутерия. Вы знаете, ну если купаться в этом ожерелье, то оно испортится однозначно.
Ну, если правильно носить, я носила его все лето. Жара стояла. Это лето было очень жарко. Я, естественно, да, ну, кожа выделяет какое-то там тепло и влагу, и ожерелье не испорчено. Все, вот доказательство, то, что это крутая штука. Так вот все сделано оригинально. Это, конечно, прям вау. Выглядит, да, вот прям как эмаль, а эмаль очень, очень ценится. Сейчас это модненько, поэтому можете себе такое заказать. И при этом хорошая цена. А второе ожерелье у меня вот со сферой. Вот его я практически не ношу. Но оно мне не подходит. Мало под какие-то вещи. Я его прям одевала буквально пару раз. Но оно мне очень нравится. И даже если я его одену пару раз еще за свою жизнь, все равно я рада, что оно у меня есть, потому что оно такое оригинальное, прям космическое. И цепочка здесь очень прикольная, как будто вот жгутик такой скручен, не цепочка сделана, а прям жгутиком. И сама она прикольная очень. Ну, я считаю, что бижутерия очень доступная, недорогая, можно брать, чтобы дорабатывать какие-то образы. Так, что здесь? Защитное масло для волос. Честно вам скажу, после того, как я 3 раза подряд сделала смывку черного цвета, волосы, конечно, очень стали сухие по сравнению с тем, как были. И вот это масло меня спасает просто. После каждого мытья волос я обильно наношу на волосы, напитываю их, чтобы они прям вот увлажнились, напитались, чтобы они не ломались. И я благодарна этому маслу. Здесь у нас аргана и масло розы. Естественно, эффект просто клевый. Спасибо, что оно есть у нас. Да, здесь хорошее предложение, всего 399 рублей. Так, что у нас дальше? Ароматы. Destiny. Есть у меня такой аромат в My Destiny, но мне он совершенно не подходит. Я им практически не пользуюсь. Это дочка пользовалась. Я его не чувствую, это не мой аромат, я не чувствую здесь ноты, которые бы меня вдохновляли, возбуждали, куда-то, да, хотелось мне взлетать в небеса. К сожалению, это не мой аромат, но он занял, да, премию, взял премию «Аромат года», и, наверное, он этого достоин, но я его взяла, потому что хотела попробовать. Потому что из пробника я его не поняла. Ну, к сожалению, не подошел. Ну, пусть я даю его пробовать другим. Кстати, у меня его часто заказывают. Многим он нравится. Я вам немножечко завидую. Зато аромат Позес мне нравится. У меня даже упал флакон. К сожалению, отколотился. Немножко испортился дизайн, потому что он тут даже один дизайн шикарный. Но этот аромат, он действительно вдохновляет. Он вдохновляет не только меня, но и окружение. Очень вкусно пахнет, у меня капелька прям осталась, но аромат того стоит. И я часто беру себе крем для тела, мне нравится. А еще у нас не так давно появился спрей для тела, то есть можно взять всю коллекцию, и аромат будет отовсюду звучать один, и это будет чудесно просто. Так, далее, VIP. Лап у меня, по-моему, в Бали. Да, есть аромат Бали. Вот, кстати, он вкусно пахнет, но почему-то я им не пользуюсь. А вот в точно таком же флакончике со шнуровкой Love Potion у меня идет просто на ура. Я не знаю почему. Хотя это тоже вкусненький. Здесь кокос, мне нравится кокос, ваниль, цветок клубники. То есть состав классный, но просто что-то не идет. Может быть, просто поближе его надо поставить. Что пользуются живые классные ароматики. В основном я их использую для тела, особенно летом мне нравится после душа освежать тело. Классно. Так, здесь все миленько. Но я не видела еще сумку и пончо, но я о них наслышана. Это новинки, которые у нас появляются в этом каталоге номер 1. И мне сказали, что сумка просто бомбическая. Я очень хочу ее увидеть, но увижу ее теперь только, скорее всего, 4 января. Раньше не получится. Но надеюсь, что они еще будут на складе, хочется рассмотреть. Ну, кстати, я такие большие сумки не ношу, но хотелось бы вам показать поближе. Надеюсь, у других блогеров будет возможность ее рассмотреть более близко, потому что здесь на картинке, да, эффектно. Да, круто смотрится, так, знаете, молодежно, так стильно. Вообще такая вся блестючая. Мне нравится. Очень интересная. Так, дальше. Дальше двигаемся. Сумочку вам хочу показать. Есть у меня эта сумка. А, я только забыла один браслетик. Ну, вот что я могу сказать?
это лучшая сумка в Oriflame для меня. Так она удобно сделана, начиная с ее формата. То есть вы видите, что легко помещается каталог, какая-то мелочевка, телефон, расческа какая-то, косметика, бутылочка с водой помещает все на свете. Мне очень нравится, как сделан ремешок. То есть все это съемное, можно отстегнуть все карабинчики, то есть оставить ее вообще как клатч, или пристегнуть только одну цепочку. Или есть еще одна третья часть, просто чисто черная. Я ее как браслет ношу. Эту часть тоже можно использовать как браслет с цепочками. Но я не ношу, как-то, мне кажется, такой вечерний вариант праздничный. Пока мне не доводилось. Но сумка просто огонь. Как она удобно сидит на плече. Я с ней вот хожу теперь постоянно. И с шубкой, и с пуховичком. Она мне под все подходит. Здесь кармашек один на молнии. И все. И большой отсек. Больше ничего в этой сумке нет. И мне ничего больше не надо. Она хорошо сделана. Материал прям как кожа. Очень мягкая. То есть сумка, видите, она такая прям качественная. В то же время она не тонкая. То есть она не затрется, не порвется. Вот я ее ношу теперь без скиду. Настолько она мне нравится. И я прям рекомендую, если она еще, конечно, есть на складе, возьмите. Потому что она вот именно... Не слишком маленькая и не огромная. То есть она прям элегантная, женская, стильная, очень удобная сумочка. Бижутерии у меня такой нет, поэтому я про нее молчу. Так, что здесь? Маска для волос у меня есть. Кстати, здесь она достаточно дорого стоит. Масочка для волос. Мы ей пользуемся. Постоянно беру, потому что мы такие волосатики. И дочки у меня волосы длинные. Вот сегодня буквально делала маску для волос, именно медовую. Все хорошо, и питает, и пахнет вкусно, и все мне в ней нравится. Поэтому берем постоянно, рекомендую всем с удовольствием. Так, что здесь? Красочки для волос. Вот теперь у меня проблема. Если раньше я пользовалась этой краской 3.0, темно-коричневого, кстати, она у меня на волосах выглядела прям как черная, то сейчас я... теряюсь, потому что для меня нет моего цвета. Я не знаю, что мне делать. Я, конечно, пока не уверена ни в чем. Но я бы хотела продолжать пользоваться нашей краской, потому что она роскошная. Она питает волосы. После окрашивания волосы так блестят, как бриллианты. Так классно лежат. Они как будто после кератинового выпрямления... такие гладкие, и я в восторге от краски. Ей удобно пользоваться, можно в домашних условиях самостоятельно все это сделать. И прикольные штучки. У меня есть такая накидочка, я уже много лет пользуюсь, она, по-моему, никогда не сносится, потому что из хорошей ткани сделана, плотненькая, хорошая липучка, и я ей постоянно пользуюсь. Так, что здесь? Не могу не похвастаться вот этой расческой. Что-то у меня тут пылинки на ней. Расческа для начесов. Она... вообще бомба просто. Она такая удобная. Ей классно делать начесы. Я ее обожаю. И рядочек можно еще сделать. Одна из моих любимых расчесочек. Здесь еще у нас представлена щетка для распутывания волос. И я хочу вот попробовать взять инструмент для чистки. Сразу не взяла. Думаю, да, и хранить негде, и девать некуда. Но все так его хвалят. Он маленький, там хорошие такие вот такие цеплялочки, чтобы вынимать волосики из больших расчесок массажных. Так, здесь у нас восстанавливающая сыворотка для сухих волос. У меня вот заканчивается еще из старого дизайна сыворотка, и уже я себе такую прикупила сыворотку. Я без нее вообще жить не могу. То есть я все время на кончике наношу эту сыворотку. Я не знаю, как другие, потому что кто-то говорит, ну у меня же есть масло. Да, масло мы наносим на всю длину волос. Отступаем немножко от линии роста, там сантиметров 7-10. А это я наношу на кончики для того, чтобы волосы хорошо распутывались, и чтобы кончики выглядели гладенькими и ухоженными. Ну, для меня это, конечно, чудо. Тут два варианта у нас будет: восстанавливающая и разглаживающая. Я себе возьму восстанавливающую еще. Так, здесь у нас мыльца. Кстати, в прошлый раз получила, открыла, но еще не начали пользоваться. Уже лежит распакованная мыльца. Мыльца подарок. Вот она так выглядит. Пикантный аромат новогодних пряностей. Реальный прям пряный аромат. Хорошенькая мыльца, как вот ручной работы. Бант такой качественный. Мне нравится. Вот в такой упаковочке приходит.
А еще у нас есть мыло «Снежинка» и мое любимое Apple «Яблоко и корица». Щетка для тела. Покажу мою страшненькую щеточку, ну, чтобы вы понимали, какой у нее размер. То есть она большая, она у меня уже такая замызганная. Пользуюсь ей постоянно, мне очень нравится. У нее жесткая щетинка, как видите, за много лет. Она даже не заламывается, не растрепушилась. Здесь массажер, которым я не пользуюсь, считаю, что он какой-то бесполезный. У нее удобная длина, то что можно достать до любой точки спины, ягодицы, где нужно все промассировать, прочистить. Она везде достанет, ее можно с собой брать в баню, потому что она со мной везде, такая тертый калач. Классно, надо будет новенькую выписать. Так, здесь у нас лосьончики. Обожаю. Мой любимый. Это кокосовая вода и дыня. У меня уже третий или четвертый флакон. Какой он классный. Это вот прям обычный лосьон. Капельку вам покажу. Жиденький. То есть он не густой. Видите, какая капля? Прям растекается. Но какой у него аромат. Как он классно питает кожу. То есть мне нравится, вот он быстро раз впитался и исчез. Мне другого не надо. Я не люблю какое-то там ощущение тяжести, липкости. А, все, это дыня и кокос. Это просто необыкновенно сказочное сочетание фруктов. Все, что я люблю, обожаю. Малина для меня слишком сладкая, приторная. Лаванда, какой-то рисковатый аромат. Ну, можно его использовать, конечно, но он какой-то все-таки рисковатый. А вот миндаль мне тоже понравился. У нас такой был тоже... лосьон. Ну, конечно, вы выберете на свой вкус, но я говорю, что мне нравится. Так, что здесь? О, вот сейчас я пользуюсь еще вот этим мыльцем. Ну, не стала его приносить, там уже такой обмылочек маленький. Классное мыло, оно прям отшелушивает хорошо. А в восторге я осталась от крема масла. Да, недешево. И 200 мл всего, но расход очень большой из-за того, что он густой. То есть, если лосьон мы каплю налили и размазали по всему телу, то здесь берешь, бамс, оп, все, надо опять брать. И у меня он израсходовался вообще очень быстро, мне кажется, за один каталог, даже быстрее, мне еще дочка помогла. То есть прям расход очень большой, но кожа после него бомба, просто такая напитанная прям маслами, такая упругая красавица. Так, что здесь у нас? Шикарное мыло, лосьон для тела, крем для душа. Сейчас скажу вам, как правильно переводится это. Loving Care. Loving Care. Хорошо, что здесь пишут название. Нужно всегда читать, чтобы правильно произносить. Вкусная, классная серия. Любимчика у многих. Мне в ней все нравится. Брала всю серию абсолютно. И от всех продуктов у меня приятное впечатление. То, что можно спокойно повторять, смело дарить. Да, брать для каких, для близких своих людей. Здесь у нас Wellness. Мой любимый wellness. Я вам скажу, что у нас всегда в рационе. Это wellness pack. Всегда дома есть астаксантин баночка. На всякий случай, чтобы было запаса. Потому что если вдруг заболеваем, мы даем ударную дозу. Или просто какая-то там вялость, усталость. Просто нужно выпить. Или нагрузки какие-то большие физические. Выпить несколько штучек. Всегда есть суп. Всегда есть коктейль, сейчас клубничный допиваю, пачку допиваем. Вот. И есть у нас вот здоровый протеиновый комплекс, но не очень он у нас используется. Он абсолютно безвкусный, его можно добавлять в любую еду. Я с ним делаю выпечку, но я пеку не очень часто, поэтому он у нас прям долго. И сейчас пью укрепление для волос и ногтей, внутри комплекс, тоже хорошая вещь. Укрепляет волосы, ногти, растут очень быстро. Ну, это чудо. И очень хорошо использует нутрикомплекс вместе с Wellness Pack и с коктейлем, чтобы был белок, дополнительно омега-астаксантин и нутрикомплекс. Все это вместе дает просто бомбический результат. Это и кожа, и волосы, и ногти, и общее состояние шикарное. Дальше у нас, вау, Skin Pro. Вот такой Skin Pro. Смотрите, он на подставочке. Вот такой модный, стильный такой аппарат. Очень красиво сделан. Вот кнопочка включения. Видите, он вибрирует. Просто. А, есть две насадки. У меня в основном используется массажная. Но также есть здесь очищающая. И силиконовая для отшелушивания
усиленного отшелушивания кожи. Очень крутой аппарат. Он очень дорогой, он стоит 4000. И я вам рекомендую его брать по премьер-клубу со скидкой 50%. Он выйдет очень дешево. Но он, в принципе, стоит своих вот этих денег, потому что он нереально крутой. И мне очень нравится сравнивать его со старым аппаратом. В том были вращательные движения, а здесь вибрации. Ультратонкие такие вибрации идут, там просто такие у него показания. Имейте в виду, что приходит он без батареек, поэтому заранее запаситесь двумя батареечками, чтобы сразу использовать. И хорошая новость, есть сменные насадки. Появились насадки для мужчин. То есть можно брать насадки дополнительные, пользоваться всей семьей. Так, здесь у нас пошел мой любимый Novage. Первая серия True Perfection для молодой кожи, чтобы кожу освежить, дать румянец. Экологен, это мой просто номер один любимчик. Я, правда, не взяла всю серию, но я вам покажу два продукта, которые меня просто впечатлили. Ultimate Lift, роскошный. Следующая серия Time Restore. Новая серия осветляющая против пигментации. И во всех этих сериях добавили новый продукт. Это гель-тоник. Он стал чуть-чуть поменьше объемом. В нем 150, по-моему, миллилитров. Да. Если сравнивать с прошлыми, у нас был отдельно гель для умывания, отдельно тоник, то это, на мой взгляд, просто космос. Такие ощущения после умывания. Это такое чудо. Вот насколько я была всегда противницей того, что нельзя соединять вместе два продукта. То есть щи отдельно, каша отдельно. Здесь же я снимаю шляпу, преклоняюсь перед учеными, потому что это просто бомба. Это такое очищение шикарное. Я потом специально протирала лицо тоником, чтобы посмотреть, что-то остается на ватном диске. Ничего, настолько сияющая, чистая, классная кожа. Я в восторге. Спасибо огромное ученым Oriflame, что они это сделали. И в этом каталоге не представлено, но вы можете заказать. Вот нигде не увидела, может, дальше есть. Нет, все-таки скажу два слова про увлажняющую эссенцию. Это тоже новинка, буквально два каталога назад она у нас появилась. Это продукт, который для меня стал все продукты сместил и чуть ли не занимает первую позицию, потому что он так круто увлажняет кожу. Я его использую сразу после этапа очищения, перед сывороткой и кремом, наношу на все лицо, на шею, на грудь. И даю буквально несколько, там, минутку-две, чтобы впиталось. И сверху наношу сыворотку, потом крем. Девочки, лицо стало еще лучше. Я у вас в таком восторге, хотя это просто вот жидкость, если я вам покажу, то это просто такая вот, как водичка, густенькая. Видите, то есть капля, она не убегает, она впитывается. Сюда вот нанесу. Просто впитывается легко. Я вот так пальчиками прям вбиваю в кожу лица и оставляю быстренько впитаться. Невероятное чудо. Спасибо тоже ученым, что они нас так балуют и позволяют нам не ходить к косметологам, не тратить огромные суммы денег, а при этом классно выглядеть. Так, что здесь у нас? Эко-бьюти. Роскошная серия. На 95% она состоит из натуральных ингредиентов. Это, конечно же, тоже величайшее достижение ученых. А здесь у нас уже пошли серии более такие, да, по ценовой политике доступные, недорогие. Но если у человека нет возможности купить Novage, а Novage недешево стоит, то мы обязательно подбираем комплексный уход из более доступных серий. Поэтому про них тоже нужно знать, смотреть. Кстати, не принесла, у меня есть и бальзам, и крем для рук из серии «Пчелиный воск» и «Миндаль». Мне понравился. И крем понравился, и бальзамчик приятный. Но лучше Мини Маус. Все-таки бальзам. Итак, серия Optimals состоит из нескольких комплексов. Первый – это который борется с пигментацией. Я брала себе серию. Мне нравится. Единственное, мне не очень подходят кремы. Они как будто бы тяжеловатые для моей кожи. У меня кожа комбинированная.
склонная к нормальной с возрастом, да, она становится более нормальной. Для меня эти кремики тяжеловатые, но кому-то нравится. Посмотрите, если есть пробники на кремы, всегда старайтесь сначала взять пробники, подегустировать немножечко, чтобы понять, подходит или не подходит. Далее, кстати, взяла скраб для лица вместо платы за доставку, а он неплох. То есть я все теперь сравниваю с Novage, потому чтобы найти потом замену этому шикарному средству. Кстати, он у меня есть, почему-то я его не принесла, забыла. Я просто не заметила, что здесь еще маленькие предложения в мелких картинках, когда подбирала продукцию. Неплохой, он, кстати, схож с Novage, у него тоже кремовая текстура, но абсорбирующие частички покрупнее. То есть они пожестче, чуть-чуть, не сильно, но он пожестче. Так, далее у нас здесь серия для молодой кожи против воспаления. Всевозможные атрибуты ухода, это спонжики, диски для умывания, всякие там повязочки. Посмотрите, кстати, брала себе для очистки инструмент, но для меня оказался совершенно бесполезной вещью. Ничего мы им не удаляем, он просто лежит, как просто лежит. Я вот даже про него и забыла. Вот здесь меленько-меленько на страничке. Какая у нас страничка? 95-й. Обратите внимание, шикарный триммер. Мы его тут запрятали, хотя вещь очень нужная, и цена дешевле, чем в магазине, значительно. Очень крутой триммер. Прям палочка-выручалочка. О, наконец-то пошла моя любимая декоративная косметика. Здесь у нас две туши. Водостойкая. И многофункциональная тушь для ресниц. Но если честно, после того, как вышла термотушь, я думаю, что водостойку как бы вообще сняли с производства. Нет, она есть. Я вам покажу кисточку этой туши. У меня вот она в другом дизайне, но кисточка такая точно. Это лучшая кисточка, которую я когда-либо пробовала. У нее с этой стороны мелкие-мелкие щетинки. Мы прокрашиваем нижние реснички и верхние, в глубоко подходя прям к началу роста ресниц. Потом переворачиваем длинненькой стороной щеточку и наращиваем, расчесываем реснички, удлиняем, придаем им объем. Восхитительно просто. Это лучшая кисточка. Она запатентована, кстати, в Oriflame. Ни у кого такой кисточки нет, и она очень классная. Да, вот она эта тушь. Есть темно-коричневый и черный цвет. А вот эта термостойкая как раз тушь. Вот такая в красном дизайне. Хочу показать ее кисточку, чтобы вы имели представление, насколько она маленькая, хорошенькая. То есть она не подлезет к слизистой, не будет раздражать кожу. У меня подружка взяла, она очень капризная в этом плане к щеточкам. И она в таком восторге. Она говорит, спасибо, что порекомендовала эту тушь. Это лучшая тушь в жизни. И, кстати, она термосмываемая. Смывается она только теплой водой, то есть ее не надо снимать специальными средствами. Она не смоется под дождем, ни в море, ни в бассейне. Она смоется только теплой, такой сильно теплой водичкой. И это очень здорово. Вот, кстати, вторая тушь объемная, но у меня ее нет, у нее такая пушистая кисточка. Так, здесь. А, кстати, а где щипчики? Я их тоже готовила, но не донесла. Меня часто спрашивают, пользуюсь ли я щипчиками. Да, не каждый день, но когда я пользуюсь щипчиками, реснички выглядят лучше. Просто иногда некогда, иногда лень, иногда забываю, но с ними, конечно, лучше. Так, подводка. Есть у меня подводка Very Me. Я ее обожаю, мне она очень нравится, ее надолго хватает. У нее удобная кисточка. Кстати, у меня есть на канале ролик, я показываю, как этой подводкой крашу стрелочки. Можно толстую стрелку сделать, можно тонкую. Она хорошо лежит, не трескается, не осыпается. Она, конечно, не водостойкая, но на весь день ее хватает, она не размазывается. Конечно, если вы расплачетесь или попадете в снегопад или в ливень, ну, немножечко, может быть, она повредится. Но я ни разу с ней не испытывала никаких неприятных ситуаций. Все было супер. Есть более удобное средство для нанесения стрелок, это линер. Он, конечно, нам привычнее, потому что он сделан в форме фломастера. Ой, старый взяла, он не рисует уже. Ну ладно, надо его выкинуть. Он очень удобный, потому что привычно. Мы взяли как ручку и стрелочку раз и нарисовали.
раз где-то подправили, то есть как работаем как ручкой, но он не очень, не так долго служит, как подводка, то есть он достаточно быстро выветривается, ну где-то 3 месяца я им пользуюсь, особенно если пользоваться по теням сверху, то он забивается вот этот стерженечек, и он вообще не служит. Видите, он у меня какой-то странный, надо его выкинуть. Так, далее, что еще вам хотела показать? Точилка. Вот это что-то бомбическое. Я взяла карандаш, который давно не точила. Я просто хочу вам показать, как она точит. Смотрите, у нее есть 2 отверстия. Один для тонких, другой для толстых карандашей. Или бывают помады такие толстые. И смотрите, как он шикарно делает. Раз, два. И вынимаем. И он снимает очень ровно, не ломает грифель. И можно сделать очень остренько. То есть, если мы сделаем еще разик, провернем, то будет очень остренько. То есть, то, что нужно. Если мы говорим о стрелочках, то карандашик должен быть хорошо наточен. Если вы подводите нижнюю часть, да, то здесь уже можно будет нижнее веко потолще. А если верхнюю, то он должен быть тоненьким, идеальным. И эта точилка великолепная, просто лучшая точилка. Кстати, они отзываются хорошо. Очень даже девочки из других компаний, они говорят, что лучшей точилки нет. И часто заказывают у меня эту точилочку представители других компаний. Вот такой вам секретик скажу. Этим не пользовалась, у меня нет, не знаю. Честно говоря, даже не представляю, как вот этой штукой пользоваться. Никогда не брала и, наверное, не возьму. Зато я брала вот такую палетку для губ, и мне она нравится, очень нравится. Так прикольно собраны разные оттенки, можно их друг с другом миксовать. И это как жидкая помада, и она очень хорошо лежит на губах. У нее такое классное покрытие, она и блестит, вот видите, это, вот она реально так блестит. Как лаковая помада, дорогущая, она выглядит на губах просто бомбически. И мне очень нравится то, что можно намиксовать, намешать все. Там есть кисточка маленькая, мы ей рубим. А вот тут у нас вышла новинка для губ. Это мультиактивный бальзам, зимний уход. Именно от морозов. То есть она увлажняет, защищает губы и еще SPF 20. То есть если вы катаетесь на лыжах или на сноуборде, то вам обязательно нужна эта помада. Потому что от снега солнце, когда отражается, вот этот ультрафиолет, он особенно опасный, он особенно сжигает все. Поэтому запасайтесь такой помадой. И вперед куда-нибудь на Эльбрус. Так, что у нас дальше? Лаки. А я даже не заметила. Посмотрите, какие красивые цвета с большой скидкой. Пурпурный шторм, океанская волна, соленый прибой. Очень красивые цвета. Так, далее. Здесь вот лаки. Всегда смотрите на объем еще. Вы смотрите, о, всего 109 рублей, ну и всего 5 миллилитров, а здесь 8 миллилитров, 145 рублей. Но когда мы говорим о цвете, таких цветов нет в большом объеме, и иногда хочется чего-то экзотического, и вот как раз есть эти лаки прикольные, маленькие. Так, здесь у нас уход за ногтями, база, сушка топ, я вам покажу, где-то она у меня здесь. Я ее обожаю, я ее обожаю. Я недавно накрасила ногти и забыла покрыть топом. Так я влезла сразу, 3 ногти содрала, пришлось перекрашивать все. Когда делаешь сушку, она быстро высушивает, при этом дает какую-то базу сверху, да, закрепляющую, и дополнительно блеск. Я ее обожаю. С ней вот реально палочка-выручалочка. А из этого у меня ничего нет. Здесь гель для ногтей, средства для роста. Я этим почему-то не пользуюсь сейчас, у меня другие средства. Я их набрала в прошлом каталоге, были со скидкой. Вот мне нравится укрепляющее покрытие для ногтей, голубенькое. Вот оно реально восстанавливает ногти. И мне нравится средство против расслаивания. Вот у меня сейчас 2 эти средства и масло. Масло мне тоже понравилось. Так, что у нас здесь? Все без скидок пролистываем. А вот тут у нас румяна и пудра блеск. И какие-то румяна праздничный выпуск. Интересно. Так, я вам покажу, естественно, сияние мои румяшечки. Вот они мои любимые. Вот они как выглядят. Смотрите, здесь бежевые, золотистые и розовые оттенки. И мне очень нравится это сочетание. Оно дает такое естественное просто сияние кожи. Ничего лишнего, никакого резонанса или там
что они там ярко выражаются, что хочется сближать. Нет, они прям натуральные. Мне очень нравится наша сахарная сияющая пудра. Не знаю, почему я называю сахарной, но она просто как конфетки. Пахнет вкусно. Такой нежный, сладенький аромат. И вот видите, белые, сиреневые, золотые, розовые, зеленые шарики. Именно для коррекции это самые классные цвета. То есть они уберут пигментацию, синеву с кожи, желтизну. То есть, да, вот эти все вот цвета в сочетании, они так круто работают с кожей, при этом она еще сияет, такой здоровый вид у кожи. Вот если вот я так пальчиками потрогаю, просто как легкий-легкий блеск. Вообще, мне очень нравится. Так, что еще? Покажу тональную основу, преображающую. Она хороша. У меня оттенок теплый нюд, по-моему, сейчас скажу. Семерочка. Да. 35-237. Теплый нюд. Чтобы вы цвет хотя бы имели представление, какой цвет. Вот сейчас он мне не подходит. Но я брала ее летом. Смотрите, она плотненькая. Видите, как она не такая прям легкая. Она плотненькая, кремовая. Много нанесла нечаянно. И сейчас она мне, конечно, не подходит. Но у нас же есть пигмент-корректор. И с ним я добавляю капельку белого пигмент-корректора. И я ей могу пользоваться. Потому что сейчас мне нужен фарфоровый цвет. Видите, как выделяется пятном. Вот, чтобы вы имели представление. Но вот мне нравится то, что у нас такая новинка вышла. Вот, пигмент-корректор. Он в этом каталоге без скидки, но это очень крутая штука. Например, взяли один тон, он нам был хорошо, потом мы побледнели, потом мы слишком загорели. Мы берем то темный корректор, то светлый, и у нас один тюбик расходуется. Не надо несколько тюбиков накупать, потому что у меня вот так и было. Сезон поменялся, чуть на солнышке побыла, мне уже тон не подходит. Так, что еще вам показать? Где-то у меня ничего нет. О, помада стойкие. Не взяла, но у меня есть такая помада. Я люблю ее. Хорошо лежит, приятные цвета. Очень прикольный вот этот, как стик она сделана. Хорошо на губах как раз помещается, что не вылазит за границу вот этот вот стерженечек. Прикольный. О, туши, туши, туши. Посмотрите, пожалуйста, какая цена на тушь. Это же очень круто. Кстати, мало кто обращает внимание на тушь. Вот первая она у нас идет ультра удлиняющая. А у нее нереально крутая кисточка. Просто к ней нужно чуть-чуть приспособиться. И она будет очень хороша. А эти туши я не брала. Здесь объемная, освежающая. Честно говоря, ничего не могу сказать. Зато я вам могу рассказать целую сказку про тени матовые, жидкие, стойкие. А, как я их обожаю. Все время их хвалю. Почему-то убрали один оттенок розоватенький. Он как раз под мягкий тауп хорошо подходил. Но я рада, что есть хотя бы эти. Смотрите. Вот они сейчас блестят. Скоро они высохнут. Я сейчас их все нанесу. И они станут совершенно матовые. Лишнее снимаем. Вот уже подсыхает и сразу матовый такой становится. Я наношу их вместе. Сначала на все веко светлые, потом уголочек глаза наношу вот эти потемнее коричневые и кисточкой тушевку делаю. Ну, то есть, чтобы не было четкой границы. Все. Макияж готов. Для меня это самый лучший, самый быстрый макияж. А еще мне нравится то, что они являются еще и хорошей базой под макияж. Вот сюда нанесу. Смотрите, какой цвет вот этот сливовый, мягкий тауп. Очень красивый, очень просто роскошный цвет. И я наберу себе опять теней, ну как минимум вот светлые возьму, потому что у меня больше всего они расходятся. А может быть и эти. Самое главное, чтобы их не сняли с производства. Здесь у нас есть также стойкие тени карандаш, но я эти цвета не брала. У меня есть один оттенок из старой коллекции, такой зеленоватый, похож на кофе, но больше в нем зелени. Я от него в восторге. Я не часто им пользуюсь, но мне он очень нравится. А здесь у нас, та-дам, все для бровей. Все для бровей. И номер один для коррекции бровей — это корректор с тени. У него есть тайничок
чемоданчик здесь с кисточками, два цвета и воск. И вы можете смешивать цвета, взять то один, то другой, или взять чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, или, например, пользоваться только каким-то одним, но это лучшее прокрашивание бровей и самое естественное. Есть еще дополнительный вот такой вот карандаш-маркер. Я брала, попробовала, мне он как-то не зашел, не поняла я его, так и не использовала. И прикольная тушь, сейчас я ее найду, по-моему, вот это она как раз. Но вот сейчас она для меня темная, вот у меня темный оттенок. Вот. А чем хорошо? Ее использовать, когда нужно быстро чуть-чуть привести брови в порядок, чтобы хотя бы было видно, некогда с ними возиться. Я просто махнула тушью раз-два. Вот сейчас мне придется брать светлый оттенок, потому что с новым цветом темный как-то вообще не просится. И очень удобно, как завершающий штрих. Например, вы сделали коррекцию, и потом прошлись этой тушью и завершили. То есть прокрасили еще те волосинки, которые какие-то там подпушек, незаметные, может быть, седые. То есть дали еще больше цвета. Я оценила это. Не сразу тушь, но я ее оценила. Классная. Поэтому я себе возьму какую светлую, чтобы была. Огромное количество помощников. Вот если мы говорим о внешнем виде, то самое главное, когда мы делаем макияж, подготовить кожу. И один тональный крем может не справиться. И что нам надо? Нам необходимо праймер. А, его здесь нет праймера. Может, он дальше? Да, он дальше будет. Хорошо, начнем с тональной основы. Здесь у нас тональная основа SPF 20. Сейчас вспомним, какая она. Стойкая. Стойкая тональная основа, но я не люблю в тюбиках. Вы видите, да? Тюбик открываешь, тут все перемазано. Но она хорошая. Я ей тоже пользуюсь. Сейчас где-нибудь... Вот тут давайте намажу, чтобы видно было лучше. Я, конечно, ей пользуюсь, но она мне не нравится из-за того, что это тюбик. Мне подавайте все с дозаторами, чтобы было удобно доставать. У меня оттенок светлый беж 315-88. Но опять же, он сейчас для меня очень темный. Видите, кожа. Да, мы пробуем. Очень ярко. То есть нужно... Самый-самый светлый, фарфоровый. Но видите, он хороший, то есть он матовый. Если кожа жирная, то он, конечно, здорово вам поможет. Поры не забивает, хорошо лежит, хорошо тушуется. Классная тональная основа. А есть у нас корректор. Так, такого у меня нет корректора, чтобы показать. И есть еще стойкий консилер. У меня самый светлый вариант. Я от него балдею. Вот реально балдею. Особенно, когда я делаю возрастной макияж, и есть глубокие морщины, которые нужно вытащить. Я вытаскиваю этим корректором. То есть уже поверх тональной основы. Сверху мы наносим корректор, кисточкой вбиваем его. И получается, как бы визуально мы вытаскиваем эту морщину, и она становится более расправленная. Я очень люблю этот консилер, мне он прям понравился, вау-вау. Так, далее. Праймер под помаду. Тоже редко им пользуюсь, потому что, ну, как-то бывает, да, пользуюсь, видно по нему, что я пользуюсь, но не очень часто. Я просто очень довольна состоянием своих губ, и у меня не бывает потребности, чтобы на них наносить. Я пользуюсь постоянно бальзамами нашими, увлажняшками всякими. То есть у меня губки мягкие, такие хорошие, не шелушатся, нет у них сухости, расправленные, гладенькие. Но вот если да, говорить о помадах, то он как бы заявлено, что он разглаживает губы, делает цвет насыщеннее и предотвращает от растекания. Но у меня не течет помада, ни одна помада Oriflame у меня не растекается. Но иногда пользуюсь, не знаю почему-то. Бывает иногда. Так, далее. Здесь у нас праймер для век. Вот эту штуку я прям оценила по заслугам. Все, как говорится, познается в сравнении. И я вам покажу. Вот у него есть легкий цвет телесный. Вот эту капельку мы наносим на веки. Вот так, ну, кисточкой вбиваем или пальчиком, как удобнее. Конечно, если себе делаем пальчиком, если кому-то, то кисточкой. И
классно сверху ложатся тени. Вот я не взяла вам показать тени, да, сухие, но разница, когда наносишь просто тени на веки или тени на праймер, это небо и земля. Вот это тоже маленький волшебник. Вот есть у меня такие вещички в Oriflame, которые я прям за них благодарна, и это вот одна из них. И еще мой любимый праймер. Он не только уменьшает поры, а он еще очень хорошо фиксирует макияж. Он готовит кожу к тому, чтобы нанести тон. Сейчас я... Ой, вот много. Вернись, я все прощу. То есть это вот такая вот штучка. Много выдавила, конечно. Видите, его нет на лице, вы наносите. Это база под тон. Это когда мы одеваем белье, а сверху платье, чтобы платье хорошо сидело. Да, без белья никак. Бывают редкие исключения, конечно. Это то же самое, как белье под тональную основу. Мы наносим праймер и потом тон. И эффект просто волшебный. Но я вот не пробовала базу The One вот в белом тюбике. Я не могу с ней сравнивать. Но от этого праймера я в восторге. Я его брала уже несколько раз. И дочка моя просто пищит. Поэтому в заказе они у нас, конечно, будут. Наши шикарные кисти. Вот кисти все классные. У меня есть несколько кистей из новой коллекции. В основном служат старые, служат много лет. Вообще какой-то бесконечный срок годности. И сколько я их мою, постоянно стираю, и они меня терпят, я ими восхищаюсь. А, к сожалению, из серии Colorbox мне вам показать нечего, кроме двух карандашиков. Потому что я не пользуюсь этой серией. Мне нравится что-то поинтереснее по дизайну, более дорогие, конечно, Giordani, но у меня есть карандашик черный, вот он. Смотрите, он маленький, чтобы вы знали, он малыш, просто он микросипулечный. Он неплохой, давайте где-нибудь его попробуем. Хороший пигмент, неплохо рисует, но обычный. Обычный черненький карандаш. То есть, если нужно недорого, да, чтобы сэкономить, то вот, пожалуйста, вот недорого за 99 рублей. Ну, хотя, если сравнивать по объему, если взять большой карандаш за 200 рублей, да, то, конечно, получается выгоднее это большой. Очень неплохие тенюшечки. Очень неплохие. Но просто мне неудобно, потому что они по отдельности. И как-то я люблю наборчиками. Мне очень понравилась новая фишка. Это магнитная палетка. И когда мы подбираем себе тени. А такие я не очень люблю. Очень крутая помада. Она реально популярная. И кто ее хоть раз взял, женщины берут. Особенно, вы знаете, за 99 рублей грех не взять такую шикарную помаду. И у меня есть один карандаш. Тоже малышок. У меня есть розовый. Но как-то он меня не впечатлил. То есть он жестковатый, видите? То есть это, считай, рука, тем более увлажненная, да, я мазала сюда. Он плохо рисует. То есть меня этот карандаш не удовлетворяет. Но о нем есть очень хорошие отзывы. То есть это лично мое впечатление. То есть я люблю мягче. Я люблю, чтобы карандаш просто вот как по маслу скользил. Но кому-то нужно посушить. То есть просто каждый подбирает то, что ему больше нравится. Так, здесь у нас лаки. В первую очередь надо хватать золотой лак. Его разберут в 2 секунды. Его просто потом не будет. Хорошие лаки, хорошо быстро сохнут, хорошо лежат. У нас, в принципе, в Oriflame все лаки шикарные. Кстати, какой интересный цвет. Я его раньше вот не видела. Шампанское. Обратите внимание, какой он здесь. Тоже шампанское. И здесь он прям коричневый. Кому верить? Не знаю, кому верить. И завершает каталог целая серия шампуней. Здесь у нас от перхоти для жирных, для объема. И мой любимый укрепляющий, кстати, хоть он и 2 в 1, но я все равно после него пользуюсь бальзамом. Яблоко и бамбук, мой любимый шампусик. Я его, конечно, наберу себе, потому что мне прям он нравится. Как он хорошо промывает волосы. Приятно пахнет. Вообще качественный, хороший шампунь. Они вот все классные. Я не могу сказать ничего дурного. Очень прикольный вот с лимончиком. Для жирных волос тоже хорош. У меня, кстати, вот его часто заказывают. Ну вот, в общем-то, все я вам рассказала. Ничего не утаила. Шикарный каталог. Очень хороший. Спасибо компании. Есть чем работать, что взять для себя. Очень много для клиентов. Уже знаю, кому что предлагать. И я вам желаю
прям классных покупочек, хорошего месяца, чтобы каталог номер один дал хороший старт на весь год. Если что-то я вам не рассказала, задавайте вопросы в комментариях. Я могла про что-то забыть или пропустить, потому что продуктов очень много. Хочется объять необъятное, но это нереально. И если есть какие-то пожелания, тоже пишите. Стараемся прислушиваться к вам, потому что для нас самое главное – это вы, наши зрители. Спасибо вам огромное за внимание, что были со мной на протяжении такого долгого времени. До новых встреч! Всего доброго! Пока-пока! GoPro Stop Video.